Добрый вечер. Давайте посмотрим на демо-версию игры Cult of the Lamb от Devolver Digital. Что мне полагается делать? Игрок. Ягненок. Руна ягненка. Одеяние для того, кто ведет с собой. Не дает преимуществ. У нас 10 здоровья. Еще нет карт Таро. Они появятся здесь, когда мы их найдем. Попадают после похода. Окей. Можете проверить настройки. О, стрелочки. Что, Паш, не ходи сюда. Я пойду. Не ругаюсь. Ладно. Разработчик Massive Monster. Издатель Devolver Digital. Товарищ, отпустите. Пожалуйста, к маме хочу. Ваши темные боги мне не внушают. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключенный в небытии, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Ждет. Подойди ближе. Не бойся. Тебя изгнали из мира живых. Но твой путь еще не закончен. Эти скудомные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече. Однако же они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Ну и вариантов у нас всего два. Да или... Конечно! Мудрое решение. Возьми алую корону, которую я носил много веков. С ней ты будешь внушать доверие своим последователям и страх своим врагам. Вернись к живым.
Создай религию и начни искать из последователей. Мы встретимся вновь, когда ты добьешься первых успехов. А теперь иди. Здрасте. С, атаковать, шифт отклониться. Привычное управление, особенно после языка. Крысау. Не бойся. Меня зовут Крысау. Когда-то я тоже носил эту корону. Но те времена давно прошли. Мне поручено наставлять тебя. Мы находимся в землях древней веры, где за каждым деревом могут прятаться враги. Я должен отвезти тебя в безопасное место. Иди напрямик через лес. Я буду рядом. Монета. Денежный знак, который используется для самых разных целей. У нас есть меч завоевателей. Верный товарищ многих странствующих воинов. Клинок с хорошим балансом. Один урон, одна скорость. Еще монетку. Этого две монетки. Пойдем влево. Приятно летающие враги. Так, тут явно какой-то выход. Давайте провернемся назад. Здесь-то явно. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас я принесу в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его. Ему придется присоединиться к тебе.
О, всемогущие епископы древней веры, примите эту убогую душу. Эй, кто вас смел прервать наш ритуал и вторгнуться в священные земли? Следователь ожидает обучения. А здесь что-то неизвестное. Мы в безопасности. Можешь вздохнуть спокойно. Алая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты перенесешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. И ушел. Ну, нам тут делать нечего. Возвращаемся. Еретики побеждены. Здравствуйте. О, там проход в него продолжается. Эта священная земля раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах былых надежд, тебе предстоит основать свою религию. Впереди много работы. Тех, кого ты приведешь, нужно будет обучить и посвятить последователи. Попробуй. Последователи могут собирать за тебя материалы. Прикажи этому рубить бревна или добывать камень. А, бум. Так. Привет. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Джанона. Наджул. Не. Артре. Умер. Вот, будешь умер. Может, по случайно выбирать. Вот. Тененький пумер. Способность. Гермофобия. Я теряю 10 единиц веры, когда заболевает этот последователь. Слушай, не болей, пожалуйста. А тебя поменять нельзя. Ладно. В общем, не болей. Будь здоров. Так. Давай ты будешь рубить деревья. Где? Скоро это место станет сосредоточением силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Собери нужные материалы и поставь походную печь. На ней можно будет готовить пищу. Собрать 5 бревен, 2 камня. Ладно, я, наверное, смогу это сломать.
Но явно не сразу. Ягоды и семена, это хорошо. Вот пойдем что-нибудь это проще нарубить. Куда камень все еще? Где не камень? И это все еще камень. Ладно, у нас полно камня. Опять бревен есть. Возвести походную печь. Походная печь. Сооружение, на котором можно готовить пищу. Можно построить один раз. Построить. Давай вот здесь поставим. Вашим последователям нужно есть. Обеспечить едой можете только вы. Уровень сытости в поселении обозначен в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, ваши последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походах, прокладывайте путь через места с соответствующим значком. Там где-то будет изображена ягодка и морковка. Хорошо. Создавайте участки земли, чтобы собирать с них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Брать ягоды, говорю. Блюдо, простое из ягод, мгновенно, следователь мгновенно испражняется с вероятностью 15%. Ну, такое. А че я там буду испражняться? Там реверенская язык какой-то. А че, не приготовил, блин? Внизу еще нравится кнопку готовить. Теперь нужно построить алтарь. Но для этого потребуется больше последователей и монет. Тебе придется совершить поход в земли древней веры. Наш с тобой благодетель. Тот, кто ждет, находится в плену у четырех епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающую его в небытии. Мы узнали, как проникнуть в их владения. Твоя задача — найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди же, в лесах ты отыщешь монеты и добровольцев, а тех, кто не склонится перед тобою, ты поставишь на колени насильно. Отправиться в земли деревни Веру, убить последователя по имени Амдусиас. Хорошо, так и сделаем. Может, что-нибудь еще можем делать? Можем построить алтарь, когда у нас будет 30 монет. Это место, где наши последователи могут молиться. Алтарь накапливает выраженную ими преданность. Что у нас здесь? Здесь последователи оставляют материалы в мое отсутствие. Звучит неплохо.
чаще. Открой дверь. Спасибо тебе. Умер. Что это? Ага, мне говорят, что у меня здоровье. Так, стилет предателя. Легкий нож, который можно молниеносно нанести множество мелких порезов. Скорость 2, урон больше. Есть бросок и хвора. Пускай снаряд, растекающийся черным хвором. Ну, давайте стилет. А, я могу и то взять. Отлично. Так, усердие. Усердие представляет собой силу праведного гнева, которая накапливается по мере сражения с безбожниками и позволяет накладывать проклятия. Чтобы накапливать усердие, убивайте врагов, собирайте сферы. Принять. Раз, два, три, четыре. Так еще. И назад. Прогаживаемся лужицами. Ого. Это ты можешь сломать. Ладно, пойдем. Я думаю, в дороге мы много чего добудем. Не идеально. Надо приноровиться. Ну, в принципе. Здрасте, вы кто? Клоник. Славься, Агнтис. Тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказали мне карты много столетий тому назад. А может, это еще не свершилось? Я испокон веков раскладывал твои карты, и все же сейчас это случится впервые. Возьми эти карты. При каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащи мною карты, дадут тебе силу. Какую силу? Знакомую и неожиданную одновременно. Карты выберут сами. Итак, влюбленные. Предложение сердца равносильно клятве верности. Плюс одно к здоровью. Там синее сердце. Или божественная сила. Скорость атаки повышается на 25%. Давайте возьмем тебя. Посмотрим. Карты разложены. Дорога ждет. Подошло. Это открытые карты Таро. Но пока их не так много. А некоторые даже нам знакомы. Только у нас нет. Все так, как должно быть. Как было и как будет всегда.
Мне бы сердечко где-нибудь найти. Не хотелось бы помереть просто так. Можем ли здоровье немножко? Пожалуйста. Ну, это не здоровье, конечно. Ну, спасибо. Так, еда. Камень. Что-то странное. Так, предлагают на выбор, видим. Взять больное сердце или карту Таро. Этими. Не стоило, наверное, брать больное сердце. Так, надо не забывать опасаться ихором. Ну, неплохо. Ой, здрасте. Леший. Что же это? Тебя предали топору, как и всех твоих сородичей. И все же ты стоишь сейчас передо мною. Корона. Его сила. Неужели? Неважно. Я все равно сильнее. Беги, пока не поздно. Маленький ягненок. Привет, мы еще посмотрим. Ой-ой. Я погиб за веру, но это еще не конец. Эх, немножко не дошел. А, и тут все с самого начала. Понятно. На самом деле, вот сейчас, после этой демки, мне даже захотелось приобрести эту игру. Такое немножко жутко миленькое. И мило-жутко одновременно. И я так полагаю, что в самой игре прогресс будет сохраняться между нашими смертями.
И, наверное, еще удобнее играть в это на геймпаде. А так это вполне весело. Остальное мы уже видели. Вот такая она. Культ of the Lamb. Культ ягнянка. И я думаю, я обязательно попробую ее полную версию. Но это будет много позднее.